Так, я еще раз проверю, что гитара работает. Макс, скажи что-нибудь в микрофон. 1, 2, 3, 5, 10. Вы готовы все, да? Отлично. Макс. Утар, утар, еще утар, опять утар, и вот. По лесу я крыса проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, а я едва ушел. В апперкот я на полу, и мне нехорошо. И не думал, букея, мне челюсть кроша, что жить хорошо, и жизнь хороша. На счете 7 я все лежу, рыдаю землячки. Встаю, меняю, ухожу, и мне идут очки. Не право, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. И не думал бы, кей, мне любовь хороша, что жить хорошо, и жизнь хороша. Слепу на свой, слепу на мой, а то его отброс. Бекеев лезет в ближний бой, а я канату жвусь. Но он пролезет в себя на стороне. И я сказал ему, чудак, устави, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо и жизнь хороша. А он себе здоровый, черт ему бы в МВД. В эпохе врага это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Я руку понял, рефили, который я не пил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не очень.